Уже в эту субботу и воскресенье, 5-6 июня, два дня, две группы, одна тема. Что делать, если остановила полиция? Законопроект 2695 на практике. Наши коллеги из Полтавы, Дима Полтава и адвокат Антон Болтик, будут проводить у нас в городе Харькове тренинг. Если вам интересна эта тема, вы можете записаться на тренинг, перейдя по ссылочке под видео. А по промокоду ВАДОС Харьков вы получите скидку. Всем удачи на дороге! Такая, ну. А за что вас остановили, уважаемые? За что вас остановили? Это ж черти галимые. Это ж черти галимые. Разводом занимаются. А зачем машину звали? Машину зачем звали? А я вообще не бухаю. А что ж они отпустили вас? Не знаю, отдавайте, езжайте, ладно. А, наверное, меня увидели. Наверное, я тоже так думаю. Так резко, бац, и обрубило. Пушки проверял, что там, тачка, пидосвальт. А, еще в машину лазил? Да, в будку заглядывал. Толстый? Да. Ладно, будем сейчас их искать. Ютуб-канал ВАДОС Харьков, подписывайтесь, там нормально роликов. Друзья, ну вы сами видели только что, липецкие мусора хотели развести работягу на 130-ю. Как меня только увидели, сразу уехали. Ну, как-то так. Друзья, никогда, запомните, никогда не давайте никакому полицейскому, мусору, менту документы. Всегда фиксируйте все свое общение на камеру. В общем, друзья, вы знаете, что делать. Там лайки, подписываемся на канал. Ну, а я погнал дальше.